3 февраля 1945 года. В течение 3 февраля в Восточной Пруссии наши войска продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 30 населенных пунктов. Северо-восточнее и восточнее Франкфурта на Одере наши войска, продолжая наступление, овладели крупными городами, а также с боями заняли более 150 других населенных пунктов. Юго-восточнее Кюстрина окружили в лесах значительную группу немецких войск и после упорного боя полностью разгромили ее, захватив при этом следующие трофеи. Более 160 орудий, 55 минометов, 167 пулеметов, более 1600 автомашин, 500 мотоциклов, взято в плен 9450 немецких солдат и офицеров. За 3 февраля подбито и уничтожено 120 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 30 самолетов противника.